Месяц назад я познакомила моих подписчиков, а их у меня уже более 500, и тех, кто случайно зашел на мой канал с моими сумочками, которые я шила когда-то примерно за последние 2-3 года. И почему-то забыла показать вот эту сумочку. Она у меня одна из любимых. Шита в 2020 году из джинсы. Вот такая сова здесь. В технике Синель. Идея, кстати, моя. Вот такие глазки из элементов ё-ёшки. Вот так она выглядит сбоку. Так, на задней панели два кармана от джинсов. Ручки очень прочные. Сшиты впервые таким способом, когда внутрь джинсовых полосок вставляется провод. Эту идею взяла тоже из интернета. Ну и неделю назад сшилась вот такая косметичка, тоже в технике Синель. Небольшой мастер-класс я выложила тоже неделю назад. И там я в конце видео говорила о том, что если видоизменить выкройку косметички, то можно сшить сумочку. И вот получается, что вот эта сумочка с совой сшита аналогично. Единственное, что панели окантованы отдельно, передние и задние, но соединены также через планку, вручную. И в итоге вот такой комплект у меня получился. Мне он очень нравится.